обидно, что он сейчас не играет, потому что вдвойне вот такие... обидно. Да, вдвойне обидно, потому что вот такие ошибки допускает Хави Мартинес. Хотя к нему Лам. Годин. Подбор. Алькантера. Заброс мягкий. Надо было забивать Томас Мюллер. Филиппу Луису, ну вот этот пас шикарный. Просто шикарный, молодцом, да, Рибери. Точно. Ну вот за исключением сейчас этой передачи. Караско. Ударная позиция. Караско бьет. И Мануэль. Так его назову. Мануэль поактивнее здесь будет вступать в отбор. Угловой. Атлетико. Опасно! Опасно! Ну, где там мяч? Ты должен досрочный ответ дать. Роберт Левандовский очень неудачно сыграл, а дальше Фернандо Торрес бил практически без помех, потому что он остался за спиной у Дэвида Алабы. Вот то, о чем Симеоне говорил. Фернандо Торрес, мол, Торрес на Гризмана, который пока не очень заметен. Передача! Как играют, а какой футбол! Но подбор за Атлетико. Встречает Томас Мюллер. Караско назад. А вот это хорошо! Опасно! Как разыграли? Пересмотреть и перестроить. Гризман. Вот опять хорошо. Пас. Караско. Сейчас будет гол. Как ты угадал? Потому что я чувствовал, что сейчас будет гол. И вот здесь Алькантра не успел. Буатенко не успевает. Удар шикарный. Неберущийся. Бильярдный. Караско уже становится злым гением Баварии. Да? Второй игре подряд забивает ворота Нойера. А я еще подумал в какую-то секунду, что зря, мол, Караско упустил момент, когда можно было сделать передачу за последние 11 лет. С 2005 года. 29 лет с чем. Рибери, вот Рибери! Момент. Надо забивать же, Франк Рибери! Шикарный момент. Довский. Еще и не повезло. Рибери-то Бавария не всегда себя очень уютно чувствует, если не сказать больше. Алаба! Здорово! Удары! Очень легко, очень непринужденно. Мяч в сторону. Снова Куаке. И здесь точно Караско под правой ногой. Мяч, удар. Не то чтобы решение, да, у Атлетика в обороне. И вот эти ключевые действия. Сегодня, вот сейчас, на мой взгляд, Бавария играет откровенно плохо. В общем и целом, были моменты, да, но в общем и целом Атлетика играет намного лучше. Куда же? Поспоришь? Да. Нет. К концу матча. Итак, Гризман разбегается против Мануэля Нойера. Перекладина! Как в финале Лиги Чемпионов. Как там тоже была Лиги Чемпионов. Там тоже была перекладина. Можно было действовать. Ну, тут, конечно, не повезло. Да, Гризман снова бьет верхом. Известно, по статистике удары верхом не отражаются. Практически никогда. Знаешь, это...